Найт-Сити. Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке. Спонсор десятки – неистихающие уличные войны в Хейвуде. Минус один коп. Так что все готовьтесь. Полиция по этому поводу не сделает ни хрена. А вот в Санто-Доминго отрубило свет. Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети. В Уэстбруке травма-тим отскребает от асфальта жертв очередного киберпсиха. А Пасифика? Ну, Пасифика есть Пасифика. С вами, как всегда, был Стэн. Впереди новый день в городе мечты. Всем снова привет, с вами Артем, канал Яшин Геймс. Продолжаем с вами киберпанк проходить. Остановились с вами на обучении, как раз пришли. Вставили в голову флешку, который дал нам Джек Уэллс. И типа у нас обучение началось, я так понимаю. Ну, симуляция какая-то. Так, ну погнали. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Ничего сложного? Обещаешь? Это другой пистолет. Так, что сделать надо? Поразить все мишени. Раз. Я знала, что так. У тебя проблемы. Он автоматически. Может, тогда немного поднимем планку? Да, каким образом? А, так это легко. Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Ну давай. Что ты стоишь? Беги в укрытие. Так, С. Чтобы здесь спрятаться, нажмите С. Ну давай. И чё? Всё? Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Реаниматор? Так. X, чтобы восстановить здоровье. Ну давай. Я там вколол что-то наподобие адреналина. Если готов, иди в тренировочную зону. Погнали. И что будет? О, смотри. Он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь, что делать. Ух ты, по мне попадают. Ну давай, выгляни. Все? Очень хорошо, Ви. Встань на платформу и пойдем дальше. Дальше у нас по списку взлом. Взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. И что там поменяло-то? Я даже не знаю, о чем речь, блин. Угу. Что просить коня, нажмите Tab. Так. Нажал, что дальше? Предмет, который относится к зоне, посвящен золотым, просканируй два таких предмета. Ага. Так, угроза обозначена красным. Устройство, которое можно взломать, обозначено зеленым. Объект, с которым можно взаимодействовать, начерчен голубым. Ага. Ну и что? В этом модуле объясняется, как применять технические средства. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. А что ж ты не договорила-то, ёпти? Хакнуть экран. И что нам сделать? Поскольку у вас есть кибердек, вы можете выбирать скрипты и их цели во время сканирования. Отправьте скрипт отвлечения врагов, чтобы сбить толку охранника. 100% доступны скрипты, используйте QE, стрелки вверх-вниз. Запустить. И чё? Давай, ты сможешь. Что такое? Провалилось, что ли? Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь. Ну и что такое-то? Заблокировано. А, отвлечение врагов надо. Во. Выбрали. Дальше что? Взломано. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блядь. Подкрасться к охраннику. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Так, на цель сели, типа.
И чё? Ну все, он твой. Устраняй его. Схватить. Совершить смертельное обезвреживание. Убить. Ну ладно, мы же это, не такие жесткие. Так. В нашем деле главное не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Куда мы нас спрячем? Ага. Короче, в мусорке в ящике можно прятать. Выбросить. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Ничего себе. Ну, это два движения было. И чё? Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Удачи. Ёпти, что значит в реальном времени было? Новые скрипты, контроль камер. Так. О, интересно, интересно. Угу. И чё? Так, вы можете сломать устройство врагов, даже если уже управляете камерой или турелью. Чё, вон врага можно взломать, блин? Взлом протокола. Так, а чё у нас тут? Почему Z нельзя выбрать, блин? Ну, я нажал Tab, что дальше? Взлом протокола. Ёпти. В последовательности. Чё выбрать-то надо? Чё делать-то? Для отправки демона ледокола нужно воспроизвести последовательность его элементов, выбрав матрицу. Выбранный элемент появится в буфере. Так. Ага. Ага. Выберите код. Взлом протокола. Ну, я на F нажимаю, чё не так-то? Чего ты хочешь, блин? А, во. Мышкой. Так, после выбора элемент станет доступен столбец, к которому ты лежал. Ну. БД. 55. Погнали. Так просто. Взрывай гранату. Ёпть. Все, хана сейчас выйдет, да? Ох, ё. И чё? Отключиться от камеры. Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Ну что ж, отлично. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Ну, давай потренируем еще. На улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Четыре модуля, еще скрытность есть. Ну давай попробуем. Так, сначала немного поработаем над твоей скрытностью. Угу. Нажмите Tab. И чё? Чтобы ты не трогал с помощью оптических мира, нажмите сканер, наведите на него, затем нажмите колесико. Колесико или мышку, я понять не могу. Колесико, наверное. Ага. Типа все отметились. Враг, который не догадывается в вашем присутствии, будет жить своей жизнью. Идите закономерно все поведение, применить полученные знания, чтобы незаметно пройти мимо. Понятно. Так, и чё, и куда... Ой, это я упаду вниз. Куда мне идти-то? А, во. Понятно. Опасная зона. Окей. Так, мне надо сначала попасть туда, да? Так мне их можно вырубать или что? Или мне просто пройти надо? Если вы пойдете в поле зрения на него, над головой начнет заполняться некоторые тревоги. Спрячьте, чтобы вас не обнаружили. В укрытие, быстро. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Ошибись, блин.
Так, теперь мне что, этого дождаться, наверное, надо, да? Как они меня не заметили, вообще удивляюсь. Он стоит сюда лицом, блин. Тупняк какой-то. Ну и чё тебе? Долго ты меня ждать будешь тут? А, типа на С можно еще присесть. Так. Спокойно, блин. Ой, блин! Профукали, да? Твою дивизию, бля. Ладно, пошли опять. Я понял тебя. Да знаю, понял укрытие я уже. Быстро. Все, укрытие быстро. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Ее можно вырубить, не? Не высовывайся, Ви. Смотрел Вирты про ниндзя? Стань невидимым. А, так можно было делать. Спалили, да? Понятно, я понял. Ладно, все. Давай, ты сможешь. Короче, надо дождаться, пока этот петушара выйдет отсюда. Отстань. Выкрытие, быстро. Да все, выкрытие. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Не высовывайся, Ви. Смотрел Вирты про ниндзя? Стань невидимым. Его можно вырубить, а? Быстро атаковать. Зажать. Блин! Бежим. А что, успеем? Давай, ты сможешь. А-а-а! Да что ж такое-то? Тупое обучение, блин. Все. Да понял, я уже 10 раз мне это объяснили. Надо дождаться, короче, этого петушка. Все, придется ждать. Придется ждать. Не буду я сейчас идти, буду ждать, пока он выйдет. Буквально через несколько секунд он пойдет. Не высовывайся, Ви. Смотрел Вирты про ниндзя. Вирты про ниндзя, блин. Ну чё такое? Чё ты тупишь там? А-а-а! Ну понятно, он бы не пошел, пока я не это. Так, будь стоять тут, не? Ну давай, иди, блин. Капец. Отвлечь его никак нельзя. Мне кажется, если я начну его вырубать, меня увидят здесь. Ой. Ну давай уже. Иди дальше. Ты чё, дурак? Ты чё, дурак? Все. Ладно, погнали. Супер. Есть! Следующий. Опять! Камера теперь. Теперь то же самое, только с камерой. Так. И чё? Чтобы отметить врага с помощью оптического. Так, ладно. Отметили, дальше что? Сканирует пространство оранжевых лучей дружественно с помощью зеленых. Ага. Ну погнали.
Типа мне надо следить сейчас за этими лучами, да? Так, все. Мы начинаем или как? Да-да, я жду, блин. Лазеры эти вонючие. Ща. Все, прошли, погнали. Все. Отлично. Проще простого. Погнали дальше. Дальше у нас продвинутые приемы боя. И на этом будем закругляться. Конечно, хватит уже обучаться, блин. Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бою. Устрани вот этого. Только под руку ему не попадись. Ничего себе. Нах, ё! Нет, нет, нет. Давай сначала. Да ну нафиг. В смысле, блин? И как мне его устранять надо? Ага. Зашибись. Враги, чей уровень значительно превышает ваш, отмеченный значком черепа. Они быстрее вырываются из вашего захвата, представляют большую угрозу. Будьте очень осторожны, вступать с ней в бой. Ясно? Ну ладно, хватит. Подыщем кого-нибудь из твоей весовой категории. Ты издевалась, что ли? Так. Быструю атаку. Ну, давай. На. На. Все? Комбо атакой. Понятно. Типа два раза нажать надо. Ага. Для сильной атаки нажмите. Зажмите, чтобы выполнить пустить. Понятно. Ну давай. На. Ну и чё? Попал же я с сильной атакой. Попасть в блокирующего врагу быстрыми атаками 3 раза. Окей. Поднимем сложность с низкой до нормальной. Следующий дебил будет блокировать. Так, я все нормально пробил. На. На. Хуё! Что после бок нажмите. Так, ладно. Теперь сбросим скорость. Надо будет не бить, а блокировать. Ну и чё? Всё? Всё сделано. Две сильные атаки. Ага. Заблокировать две сильные атаки. Ну давай, чё? Ну все, сделано. Атаку врага 2 раза. Парировать. А как? Чтобы блокировать удар, автоматически контратаковать, нажмите прямо перед тем, как он получит удар. Понятно. Этот дебил теряет точку опоры, когда замахивается. Пользуйся этим. Подходи и бей на опережение. Парировать. А, вот, вот, понял. Во! Все сделано. Уклониться от 3 атак. Чтобы уклониться желательно дважды нажмите ВСД. Понятно. А вот это было хорошо. Ви, этот дебил вообще не должен по тебе попадать. Не подставляйся. Есть, уклонился. Обезвредить врага. Понятно. Ты прошел путь дебил. На. Мне больше не... Теперь перейдем к холодному оружию. Ничего себе. Ё-моё. С оружием ближе, например, с катанами. Так. Ни хрена себе. На. На. Ёпти, жестко. На. Все. Хорошо, теперь покажи, на полигоны продолжить обучение.
Вам предстоит победить врагов, уже посвященных во время обучения. На этот раз вы можете пользоваться любым имеющимся оружием и кибердекой. Серьезно, что ли? Охренеть. Так, сначала простых противников убиваем, потом сложных. Так, что у нас есть-то, блин? Сбой оружия давай сделаем ему. Заблокировано. Ну ёпти. Так, а что у нас оружие какое есть еще? Чистая работа. Я смотрю, ты совсем освоился. Давай на платформу. Все, пошли отсюда. Хватит. Удачи. Спасибо, тебе тоже. Так. Ну как? Понравилось? Нормально. Можем заняться настоящим делом. Пошли. Ты узнал подробности у фиксера? Вот как и сказала, как лучше выполнять фиксера, да. Фиксика. Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Я готов. Ну, пошли. Получено достижение шут. Типа мы пошутили, блин. Так, чё тут? И чё? А, я типа кнопку должен нажать, да? Нет, не должен. Лифт сам поедет куда надо. Тибак. Ответить Т, давай. Цель Сандра Дорсон. Её биомон пару часов как пропал с радаром. Похоже, её похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не рассказываешь тут с нами. Но мы всё равно одна команда. Команда. Как мило. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. И чё? Толпа нами, хрен пойми, блин. Чё тут мусор насобираем, блин? Так. Всё. Номер 1237. Это ты? Цель должна быть там, но я не вижу её биомона. Хоть бы она была жива. Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Взломать дверь, зайти в квартиру. Ну давай. Так. А, проще простого. Не высовывайся. Тыц-тыц-тыц. Музон у них, конечно, модный тут. Мы что, опоздали? Тут еще что-то есть. Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой задотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Отскок. Давай пособираем хлам весь, который тут есть. Так. Ну и чё? Ви, не спать. Тут ещё пендехос. Пендехос. Пендехос, блин. Ну пошли. Давай. Мы прошли обучение. Погнали дальше.
новый. Ждем. Кабранос. Их тут как саранчи. Мы куда пошли? Переждем. Убери этого. Тихо. Встали на месте. Он возле зеркала стоит? Он меня не видит? Да ну нафиг. Ну ладно. А, он это убрал. Ну ладно. Нормально. Только это явно не все. Идем дальше. Я за тобой, Ви. А что тут вот? Тут еще один стоит. Готов. Следующий. Так, ты дергается, успокойся. Ого, скрытность, нормально. А я автомат подобрал. О, на И. Карта персонажа, журнал снаряжения. Пистолет. О! Ого, я уже шарю. Нормально. Что дальше-то? О, там чувачок, да, есть? Ошибись, ладно. Тут и тихо, без паники. Так, что нам надо сделать? Взлом протокола, да? Или отвлечение врагов? Давай отвлечение врагов сделаем. Идет он. Он идет вроде. Ой, блин, хана, да? Давай, гаси его. На датчиках движения нет. Фу. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Отшибись, блин. Где искать-то, блин? Тут чё? Какой туалет, блин? Так тихо мы ещё никогда не работали. Нормально, да, нормально. Не совсем в моём стиле, но всё равно топ. А в твоём стиле шуметь, что ли? Блять, господи боже. Ё-моё. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к её биомону. Проверим, что с ней. Подключаюсь. Это она дерьмовая. Сандра Дорсет. NS570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, дебаг! Это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом и крюки с топорами. Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки. Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Ну давай. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни.
Блять! Она уходит! Ви, что у вас там? Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, сэ! Есть. Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэрэй, сэ! Выноси ее отсюда! Куда выносить-то, блин? На улице, что ли? А, не, туда. Крысы побежали с корабля. Наверное, застали связываться с травмой. И чё? Куда сюда идти надо? Осторожно, идет посадка. Запущен под наком системы безопасности. Следуйте указаниям. Встань у входа! Ага. Ладно. Хрена себе скорая помощь, блин. Вооруженная, блин. Скорая помощь, офигеть. На. Пять шагов назад. Быстро. Еще и пнул меня, Я тебе сейчас прострелю голову, блин. ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Мудило, блин. Ну поехал отсюда. Блин. Все, уходим отсюда. Поехали. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Вот. Где бы руки помыть? Что-то можно что-нибудь собрать так, еще. Ухожу из эфира. До скорой встречи. Какие-то гранаты там, да. Слушай, Мана, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? Что, их нельзя взять? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Вакака. 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 Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Бабушка. Жить будет? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Это да. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Ну, погнали. Меня, Мано. Я поведу. Поехали, ёпть. Шеф, трогай. Шеф потрогал, сказал. Ого. Видно. Прям на улице машины разбитые. Как же круто в Найт-Сити, а? Город как город, только большой. Нет, Мана, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйленд, Адам Смашер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно. Уотсон, бля. Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Ну, ё-моё. Это совсем не нравится. Зашибись, бля. Дави на газ, Джеки! Серьёзно?
Ха-ха! Попортил я вид твоей малышки. Да, конечно, обстреляли всю машину, блин. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Прикольно, прикольно. Тут интересно, можно везде побывать. Или кучу. Или большая часть декораций просто. Черт, они явно решили не мелочиться. Ничего себе там. Как R-209 из Робокопа, блин. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам, какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да, она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. НП. Ладно, НСПД. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А, наверное, переводится Night City Police Department. Что-то типа того. Ну, почти как Нью-Йорк. Так. Ты умеешь быть вежливым. Ты умеешь быть вежливым, когда захочешь. Когда это я был невежлив? Всегда. Я всегда очень вежлив. Вежливость. Лучшее оружие. Не помню, где это я слышал. В каком-то фильме, по-моему. О, какая-то заварушка опять. Тут все серьезно. Стреляй давай! Это не похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так на один зуб. Да, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Типа спецназ. Если вы едете в качестве пассажира, нажмите F, чтобы мгновенно оказаться. Ага. Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви, меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да, я снова буду очень вежлив. Что тут круги наворачивает, блин? Покедова. Передай привет, мистер. Передам. Хай, Луэк. Так, ну все, ребята. Собственно, давайте на этом мы завершим серию. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока-пока.